здесь это, как сказать, правильно определить врага. То есть, блин, да с ним вообще ничего не выпало, считайте. Только соли, которые нам практически не нужны. Вот, самое главное это оценить противника, то есть главного сильного самого противника в играх. Сейчас это самое главное, определить его тактику. То есть разработчики всегда на это рассчитывают. Ну, то есть если вы не можете что-то кого-то там пройти, значит вы как-то неправильно действуете. Ну, то есть, хотя имея вот эти знания, мне это не всегда помогает. Ну, то есть, например, блин, микроволновка, что ли? Это сработало. А, так вот же, господа, что это? Так, я не понял. Я не попадал просто, а то я думал, урона нет. Так вот, то есть нужно... гранатометчик. Ну, в смысле, автопушка. Вот. То есть нужно узнать его все слабые места, например, у каких-то противников. При попадании в них определенным, например, оружием, то есть они замедляются, тем самым вы можете, или там вот уязвимые места какие-нибудь у них есть, какой-то механика центр у них в центре, много таких механиков, у них у всех в центре какая-то хрень. Так, куда как-то попасть можно? Кстати, подождите, там аэротрасса-то как, нельзя тут наверха на какие-нибудь залезть? Ну-ка, если мы глянем с этой стороны. Нет? Как вы думаете? Вот. Попробуем. Не, ладно, не важно. Так, по-моему, там как раз-таки автомат с оружием. Ну, горе, могу ошибаться, они... По этой трассе можно подняться к пророку. Нет, по-моему, это не с оружием. Да, это все фигня. Вот это гильза. Да. Ладно. Так, по какой-то там трассе. Оружие, боеприпасы. Ну, блин, тут закрытый ящик. Ну, давайте в эту сторону пойдем. Ты хочешь начать все заново, но прежде время обернется вспять, чем ты найдешь прощение. Не все отлетение аэротрассы от аэротрассы. Искусить. Ну вот он договорил, и мы, собственно говоря, приехали. Итак, открываем дверь. Что-то не сработало сначала. Давай быстрей. Надо встретить. Башня. Что это? Сифон. Я это видел. Я слышал, как ты поешь. И машина в ответ начала двигаться. В гробнице моей матери был такой же, поменьше. Они иссушали меня. Может, поэтому я не могу? Что? В детстве я не просто открывала разрывы, я могла создавать свои собственные. Могла пойти, куда захочу. Но в башне... Да, я сейчас буду. Потом Комсток. Что-то не могу. А, ну да. Мы ждем. Отойди. Я убью его. Букер, нет. Это наше с ним дело. Ты сама идешь в ловушку. Мне нужно это сделать. Привет. Подойди, дитя. Ну же, я не кусаюсь. Ну и ну, как ты выросла? Скажи, что я? Ты только взгляни на себя. Эй, пусти ее! Элизабет, я всего лишь хотел оградить тебя. От чего? Не настоящий какой-то. Семя пророка взойдет на трон и пламенем омоет людские горы. Архангел сказал еще кое-что. Бойся, пророк. Бойся ложного пастыря Букера Девита. Он стеной встанет между ней и ее судьбой. Почему? Я дурак! Я посылал армии, чтобы остановить тебя! Обрушивал на тебя огонь с небес! Как же я ошибался! Надо было всего лишь рассказать ей правду! Спроси его, дитя! Спроси, что случилось с твоим пальчиком? Спроси, Девита!
Отпусти меня! Давай! Она твоя дочь, сучий выродок! А ты ее бросил! Стоило оно того, а? Получил, что хотел? Букер! Отвечай! Нет, Букер! Отвечай! Все кончено! Ни черта не кончено! Букер! Засадил ее в клетку на всю Букер! Жизнь! Букер! Отрезал ей палец! И винишь меня! Букер, прекрати! Ты убил его? О чем он говорил? Скажи, что он говорил про мой палец? Я не знаю. Я думал, ты родилась такой. Не знаю. Твое лицо. Кровь идет. Что? Элизабет, клянусь, я не знаю, что он имел в виду. Знаешь. Ты просто не помнишь. Нет? Я тебе докажу. Мы разрушим сифон. Ответ спрятан за одной из дверей. Осталось его найти. Разрушим сифон? Это же вся башня, Букер. Как мы это сделаем? Мы же как-то это сделали. Не знаю, но я что-нибудь придумаю. Конечно, сейчас пойдем за бомбой за какой-нибудь. Ну, в смысле, да. Потом еще куда-нибудь еще. Так, ну ладно, вот мы еще минус у нас... На счету еще один фраг, это Комсток. Что-то он там хотел важное сказать. А что-то Букер рановато поспешил. За что так с ним? Как-то не знаю. Это все-таки не твои проблемы, что-то так, я не знаю. Психанул. Так. Элизабет. Блин. Я не понимаю, что это такое, замок? Ну, почему тут ничего нету, никакого отверстия? Ну, это бред какой-то, ладно. Так, ну, я так понимаю, это конец игры, здесь уже ничего не может быть полезного. Клетка. Клетка, что же это? Что дальше? Что же она хотела сказать? Клетка. Кейдж. Может быть, по буквам? Они говорили, мол, знают, что для нас лучше. Букер? Мол, знают, что будет просто. Дальше. Букер! Ты знал, что так будет, старик? Так, приготовься. Ты знал, что так похоже, будет, они пророк? Идут на абордаж. Твоя дочь не займет твой престол. Мы отправим ее в могилу. Хрена у тебя, блин. Эй, что делаешь? Мы должны спеть ему. Кому спеть? Элизабет, птица. Что ты тупишь? Сейчас она прилетит. Это не буквы, Букер. Это ноты. Все, валим отсюда. Он еще тоже прибьет, хоро. Вау, полегче только. Сразу бы так, в тот раз не могла спеть, или у тебя дудочки не было. Тихо, тихо. Я здесь. Ты поможешь мне. Мне нужно, чтобы ты меня защитил. Сделаешь это ради меня в последний раз. Конечно, сделает. Давай, 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 давай! Букер, он поможет нам! С флотом народников! Ух ты! А чё, мочить, что ли, кого-то надо? Букер, ракеты! Не понял. Крайне... Крайне соловья защищать. Как? Чё делать? Не понял. Опа. Чё Букер, такое? Скажи соловью, куда лететь. А. Как? Букер, уничтожка на мерку. Сюда! Народники! Доберем же на нем до острова. А, монумента. Его мочить надо или что? Подождите. Этот! Ага! Ой, нет. Стоп, 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 ребят, подождите. А мне что надо сделать-то? Ну! Открывай! Подожди, по заданию. Ага. У нас. Отправьте соловья защищать дирижабль. Не понял. Подожди, не понял, какой дирижабль? Канонерки! Готовься! Может быть... Давай! Сейчас! Сука! Я не пойму, какой дирижабль... А, вот этот дирижабль, на котором мы... А как? Как мне отправить-то? Соловей готов. Сними канонерку. Открой. Сейчас. А, я поздно, наверное, опоздал. Надо было смотреть. Лови патроны! Сейчас, подожди, я понял. Все-все-все. Надо не давать им спускаться лучше всего. Вообще, по-хорошему, здесь надо эти ловушки расставить.
сейчас мы... Баржа, чтоб, Букер! Чтоб жакей поставим. Пятерку ставим. Ёпт на гильзе, давай. Я могу призвать соловья. Это еще не конец! Что есть у них? А почему человеку? Это он не хочет? А, все сбил, да? От этого мочи опасный. Чел, давай мочи его. Есть. Правда, товарищи. Только правда. О, да. Я тоже вижу будущее. О, да. О, да, детка, Так, самое главное, там никого, чтобы не мочить. Открой. Там укрытие. Моих союзников каких-нибудь. Так, медикаменты. Тварь. Ну, патроны становятся мало меньше. Ну, с этими не проблема. Так, еще надо смотреть. С дирижаблями. За всякими этими вагонетками. Куда его отправить? Никто не будет. Туда. Зачем? Не понял. Там еще летят, но сегодня по-моему. Наши слезы станут золотом, а ваши станут кровью. Куда ему лететь? Дирижабль! Где ее? Ёп... Вот это что ли? Сюда! А, понял. Не-не-не, не надо. Так. Патриот! Вон там! Букер, лови! Патроны, лови! Где, сука, твой патриот? Ну... Блях, а ты муха, кипец. Четверку берем. Букер, соловей готов. Давай. Да, вот это можно нам мочить? Есть. О, да, девка. Так, вот это мочи. Лови. Ое. Соли и патроны восстановились. Это давай. Все, что есть пока. Ну, здорово, здорово. Соловей ждет, Букер. Хорошо справляешься. Ну подожди. Во! Атакуй дирижабль. Ошибись. Еще патриоты. Ну они. Так ты он уничтожил, да? Да, никак нельзя пока. Так, дирижабль, ну все, он горит, все, ему хана, да? Так, вот тот я пока не могу. Так, с этими. Не вовремя. Пойдет. С другой стороны, наоборот, вовремя. Потому что... Потому что... Пока они тут... Застряли. Отвлеклись. Что мы скажем их пророку? Дирижабли. Надо их... Вот дирижабль один. Не нравится мне это. Иди пророк, чувак, какой-то. Кто там еще палит? Нет, вот. Я могу же. Нет, не могу пока призвать его. Почему я не могу его призвать? Может быть, далековато я как-то. Они идут. Они всего далековато, но. Ну давай же. Пожалуйста. Ну, почему я не могу? Я не могу призвать. Да, готов, все. Ну, вон тот дирижабль. Надо было этот. Ладно, неважно. Еще ставим ловушки. Ёб твою дивизию. Не то поставил немного. Мочите, гадов, мочите. Попробую найти. Патроны ищи, давай, девочка моя, давай. Патроны, Букер. О да. Молодцом работаешь. Справляешься, мочи, мочи. Йоу, воу-воу-воу, ребятушки, щит-то мне разбомбили. Что делать? Где, кто палит? Не вижу. Не вижу, господа. Не вижу. Здоровья вообще мало. Аптечки где-то здесь были. Элизабет! Медикаменты. Так, тихо. Открой. Тихо-тихо. Сейчас щит восстановится. Формированный под... Блин, да кто палит? Ёп! Больше ничего нет. Я не понимаю, где...
кто стреляет из пулемета, я слышу. Соловушка наша не готов еще. Патриот, вон там! Букер, зови его! Патроны, лови! Да ёб, я не патроны, я его хотел позвать. Пусть летит сюда! Да, молодцом. Красавчик. Так. Из этой заварушки тебе не выбраться. Еще один дирижабль. Соловей, смотрите, стрелочка идет. Крутится. Пусть лучше меня гасит, я хотя бы обороняюсь эту штуку защищать. Букер, он готов. О, да. Стрелочка. Ну я жму, ё. Атакуй дирижабль. Так, опять начали мочить наши... наше вот сооружение. Кстати, не рискую бить ближний бой, потому что боюсь, они очень легко отразят атаку. Так, ну сейчас они тут же застрянут. Смотрите, нет, не застревают пока. Ну, давайте мочить их шестеренки. Да. Лови патроны! Букер, лови! Быстрее. Все, это мы минусовали. Так, щит у нас восстановился. Супчику. Их задерживает лишь этот шок жаки, то есть особо он их не минусует, так что может быть вот эту вот функцию, а вот эти соли поцелуй там, вот этот дракон дьявола или не знаю кто там. Вау, Элизабет, ну ты хотя бы прикрыла бы меня. А что, неплохо вышло. Чё, мы на настука, вот там, да, получается? Да, но почему сказано встретиться Элизабет? Походу, это она меня больше встретит. Можно было здесь, наверное, трассы гонять наверх. Как в Титанике сейчас будем. Ну. Букер, подойди. Что? Что это такое? Смотри, ты можешь приказать Соловью все разрушить. Уничтожь сифон!